Добро пожаловать в волшебный мир «Московские гуппи». Всем привет! Здравствуйте! Меня зовут Руслан, и я представляю аквариальную «Московские гуппи». Друзья, это заключительная часть роликов новогоднего цикла, в которых мы рассказали о том, что посчитали будет интересно зрителям и гостям нашего канала. В первом выпуске этого новогоднего цикла мы рассказали, как правильно разводить домашнего трубочника червяка Изю, а во второй показали очень полезный девайс – стерилизатор для небольших аквариумов до 30 литров, которые не только помогут вам сделать вашу воду в аквариуме кристально чистой, но также будут способствовать поддержанию здорового баланса в нем, обезвреживая значительную часть болезнетворных бактерий. Этот ролик мы решили разбить на три небольшие части. В первой части мы познакомим вас с новой линией гуппи, которая была получена в нашей аквариальной. Эта линия называется Yellow Metal Lace Guppy, или по-простому желтая черноголовка. Юлия работала с ней больше года, и вот теперь мы можем ее вам показать. Мы считаем, что эти рыбки получились очень красивые, и своей цели Юлия почти добилась. Есть еще небольшой проброс в них, но мы надеемся, что сможем закрепить эту линию. Впрочем, посмотрите на них сами и свои впечатления от увиденного опишите в комментариях под этим роликом. Посмотрели короткую зарисовку, в которой была показана пара наших новых гуппи. А теперь мы покажем вам еще одну линию гуппи, которая в этом году стала моей самой любимой. Я уже рассказывал, что на сегодняшний день мы содержим и ведем селекционную работу с 16 породами или линиями, как их многие называют, гуппи. И все они для нас являются любимыми. Но все равно в разные периоды мне, например, могла нравится одна какая-либо линия больше, чем другие. Такое бывает. Особенно, когда эта линия только появилась у нас, а раньше ее не было у нас. Ну вот такая история была с канадцами, черными московскими, сине-зелеными, берлинцами. А в этом году моей любимой линией стала московские красные или алые. Это кому как нравится называть этих гуппи. Эта линия была получена, закреплена Юлей на нашей аквариальной. И это при том, что в исходном материале практически у нее ничего не было. Но Юля у нас волшебница. И мне было очень интересно наблюдать, как она ведет селекцию с этой линией гуппи. А когда я стал видеть уже первые значимые результаты этой работы, то я был безмерно восхищен. В общем, когда видишь их вживую, это вообще полный отпад, но я другого слова просто не найду. А история, как и почему Юля стала заниматься этой линией, тоже довольно интересна. Лет 5 назад я у своего коллеги на птичьем рынке в Москве увидел очень красивых самцов гуппи, ярко такого красного насыщенного окраса.
И сначала подумал, что это Full Red Albino. Но приглядевшись к ним более внимательно, я понял, что у этих самцов черные глаза. К сожалению, коллега не знал, как зовут того человека, который принес ему самцов. Ну, просто по рядам шел человек, предлагал рыбу, вот он ее и взял. Самок при этом не было в наличии. Поэтому тогда я не стал покупать этих самцов, но рассказал Юле про таких чудесных, замечательных рыбок. И почти все время вспоминал о них, но никогда больше не видел ничего подобного. И вот, наконец, я могу сказать, что благодаря труду Юли такие же ярко-красные, с красивыми плавниками гуппи есть и в нашей коллекции. Мы уже показывали один ролик с ними, но он был такой, я бы сказал, не постановочный. А вот в этом небольшом тоже сюжете, как мне кажется, вы сможете более детально рассмотреть особенности этих рыбок. Друзья, вы посмотрели очередной сюжет этого ролика, и если вам, как и мне тоже понравились эти рыбки, то прошу поставить лайк этому ролику. Ну а мы продолжаем. И в заключительной третьей части этого ролика я хочу вам рассказать, что сейчас происходит на очередном третьем по счету чемпионате мира по гуппи ВГК Виртуал 2023, который сейчас проводит Всемирная и Бразильская ассоциация гуппи. Как мы уже рассказывали в предыдущих роликах, посвященных этому событию, 12 декабря закончился прием роликов от участников этого первенства. И мы с Юлей, будучи участниками и судьями этого конкурса чемпионата, получили от организаторов чемпионата несколько дней назад распечатки с роликами участников первенства. Я уже рассказывал, как можно быть судьями и участниками соревнований, при этом избегая конфликта интересов. Если кому это интересно, то посмотрите предыдущие наши ролики об этом событии. Ссылки будут даны в описании к этому ролику. Так вот, список роликов участников у нас уже есть. Мы приступили к судейству, которое будет продолжаться до 29 января. После чего все судьи, а их 30 человек в этом году, и это самые авторитетные люди в мире гуппи из самых-самых разных стран. Так вот, они должны будут отправить заполненные карточки со своими оценками организаторам первенства. Результаты должны быть уже оглашены в феврале. Как я уже сказал, мы с Юлей тоже участвуем в этом первенстве в третий раз. Напомню, что, если кто не знал, в предыдущих двух чемпионатах наши гуппи неоднократно побеждали в самых разных категориях. И в этот раз мы представили 11 пар гуппи в 9 классах. Почему так? Почему 11 в 9? Ну, дело в том, что в двух категориях мы представили по две пары гуппи. Просто не знали, какая из них лучше. Ну, когда вы будете смотреть результаты, вы сами это будете решать. И, конечно же, в этот раз мы также хотим победить.
Как только судейская коллегия подведет итоги соревнований и опубликует их, то мы обязательно сделаем отдельный ролик, в котором покажем все наши конкурсные гупи. Кроме того, если нам разрешат организаторы чемпионата, мы сделаем свою версию ролика с победителями и призерами этого всемирного форума любителей и разводчиков гуппи. Это из ближайших наших задач на начало года. Кроме всего прочего, у нас сейчас в Акареале продолжается работа еще с несколькими новыми линиями гуппи. И если будет результат, то мы обязательно вам все покажем. Вот, в принципе, друзья, и все. Вот, пришел самый главный наш разводчик гуппи. Друзья, в принципе, на этом все. Я на этом заканчиваю. Мы с Юлей и с нашим котом Бутусиком поздравляем вас с Новым годом. Желаю вам мира, добра, благополучия, здоровья и всяческих благ. Всего вам доброго. До новых встреч на канале «Московские гуппи». С Новым годом. До свидания. Если вам было интересно и вы хотите узнать больше о волшебном мире гуппи, рекомендуем вам посетить наш сайт moskovguppi.ru.